Они попрятали автоматы, когда увидели камеры. Такими словами нас встретили предприниматели 7-го километра, когда в их контейнерах уже орудовали силовики. К одному из магазинов в упор подогнали грузовик и сгружали товар, мотивируя это необходимостью выполнить определение Шевченковского районного суда Киева. А то, что по периметру выставили спецназ, так это оперативное сопровождение. Мы же ухвал должны выполнить, следователь должен выполнить это или нет? Да. Служба безопасности оперативно сопровождает следственные действия. Предложение описать изымаемое, составить протокол налоговики игнорировали и только гнули свою линию. Нужно выполнить определение суда, изъять, на что получили однозначную оценку происходящего. Среди протестующих был человек, который в знак несогласия облился бензином и угрожал самосожжением, но его благо отговорили. Больше всего людей возмущает то, что налоговики имели разрешение на изъятие китайского товара, а забирают турецкий. Самое интересное, что не указано, это турецкий товар. На постановлении написано, что китайский товар. Приехали за китайский товар, а тут смотрели, что турецкий товар, и забирают турецкий товар. На каком основании? Непонятно, никаком, спрашиваем, в каком основании. У нас есть решение суда. Это же турецкий товар, там написано «Made in Turkey», там все написано. Документы есть, предоставили документы. Говорят, таможенные декларации дайте. Спрашивайте фирма, которая растамаживала. Предприниматели говорят, что номера их магазинов действительно были в документах столичного десанта. Вот только китайских штор и тканей у них в продаже нет. Сами бизнесмены турки и уже больше 20 лет закупают товар у своих земляков. Я приглашу, давай, пожалуйста, возьмите товара, пусть там считаем, пусть останется там, печать сделать. Когда суд закажется, потом решим. Если я виноват, пусть товары берут. Если нет, зачем вы товары берете? Нет, мы товары берем. Говорят, мы товары будем брать, потому что, говорят, документ мне не нравится. Я говорю, как не нравится? Этот документ налоговый не нравится, таможня не нравится, милиция не нравится, охранник не нравится, говорит, я прав. Недовольство предпринимателей, призывы соблюсти все процедуры, допустить юристов. Ко всему этому силовики оказались глухи. Тут же, что называется, на коленке разработали спецоперацию по эвакуации изъятого. Сначала спецназ вместе с полицией оттолкнули машины, блокирующие грузовик. Потом он начал уезжать, но на пути стали обозленные предприниматели. Отходите в сторону! В сторону! В таких поистине боевых условиях изъятый товар покинул территорию рынка, но не обошлось без жестких задержаний. Жесткой сцепки полиция и спецназ доставили задержанных в местное отделение. А после этого силовой десант покинул рынок. Предприниматели жалуются, говорят, мало того, что госструктуры устроили систематические поборы, так и подобные визиты – частое явление. Схема их такая. Берется либо в Сумах, в Черкасах, либо в Киеве липовое решение суда. И такое впечатление, что у нас в Одессе и в Одесской области нет власти. Оттуда вот с Киева приезжает к нам вооруженный до зубов нападает на предпринимателей. А это тот самый магазин, который несколькими минутами ранее был эпицентром конфликта. Разбитые окна и скудные остатки товара. Рядом стоит, держась за ушибленную руку, его владелец. Подсчитывает убытки. Не знаю, много-то. Может, 100 тысяч долларов. На 100 тысяч долларов товара? Да. А у вас что с рукой? У меня рука, милиция меня ударила. Как это все произошло? Помните, расскажите об этом. Ничего не видно. Просто мне удары там это.
Медир говорит, что не верит в украинское правосудие и мысленно уже расстался с товаром. Его земляки, наоборот, говорят, что все вместе обратятся в суд и добьются возврата своего товара и компенсации как морального, так и физического ущерба. Официальные лица с комментариями пока не спешат. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».